Осуществление правосудия в Димитровградском городском суде находится на высоком уровне. Показатели стабильности решений и приговоров выше среднеобластных. А по показателям нагрузки суд неизменно находится среди первых в области. Необходимо отметить, что достижение высоких показателей работы стали возможны не только благодаря работе судей, но и благодаря слаженной работе сотрудников аппарата. За личный вклад в развитие правосудия в Ульяновской области почетная грамота была вручена также судье Димитровградского городского суда Людмиле Коненковой.